21 октября в рамках 18-х международных образовательных рождественских чтений состоялась поездка учащихся школ города Одинцово в археологический комплекс в деревне Дунино. Тема чтений в этом году – «Великая победа, наследие и наследники». В этой деревне находится православный храм Архангела Михаила, сооруженный местными жителями на месте убийства немецкими снайперами осенью 1941 года. Двух детей.